Сюжетной линии, о самой задумке и концепции вот создания этих ювелирных украшений. Вообще, самая главная идея выставки, то, что мы хотели показать, как вообще все происходит, как эти украшения делаются. Поэтому мы в витринах положили не украшения, а инструменты, которые мы используем. Я использовала две сказки Оскара Вайлда. Первая рыбак и его душа, вторая Nightingale and Rose. Me and Maya, we both we're digging back to our past, you know, and thinking where did our dreams come true, and at what moment we decided to become jewelry designers and do the things that we're doing right now. Throughout symbols and metaphors in my work, I try to express the deeper meanings and all those hidden symbols that actually that fairy tale combines. The music and every detail is really, really good. Yeah, so also, I mean, the clothes, I think they have their own style. It's different, but it's, it also gave me a lot of how to say like this. Did you have a chance to, you know, already maybe search for Latvian designers, and maybe you already have some expectations to see one of the Latvian designer collection? Of course, just now I just bought two shoes here. Already? It's same shoes but the two colors, and I can't decide, and I just bought them both. It's girlish stuff actually. Все-таки у нас дизайнеры очень разные, каждый показывает что-то свое, что-то интересное, что-то крутое, но посмотрим. Скажи, вот обычно, насколько я помню, у тебя больше такой спортивный вот стрит-стайл, да? Но сегодня и вот буквально вчера мы видим тебя в совсем другом амплуа. С чем это связано? Я всегда очень уважительно отношусь к дресс-коду, который нужно соблюдать непосредственно на каждом из мероприятий. И сегодня мы были на Riga Stila Modes Gadabalva, где дресс-код был как бы коктейль, и я оделся в таком коктейль-шик, вот поэтому я сегодня отпускаю мой любимый Adidas Original и так далее. Ну, на самом деле, тебе очень идет. Я бы прям так, честно говоря, с первого взгляда и влюбилась.